Всем привет, мы с Ваней Звягиным приехали на деревню с очень интересной целью. Это ноутбук Acer 8481. Вот так он выглядит, у нас был обзор. Ребята из компании Acer оказались настолько добры и щедры, что разрешили нам переехать его машины. Но так как это очень банально, мы решили устроить тест баранами. Итак, у нас в наличии 80 голов овец и баранов, в том числе их маленьких детенышей. Средняя овца весит 25 килограммов, вес барана доходит до 50 килограммов. Случаев топтания баранами ноутбуков еще не было, сегодня будет первый. Вот так выглядит Acer 8481 после нашествия баранов. И он все еще работает. Ноутбук работает. Какие бараны, ноутбук не помеха, но потоптали они его знатно, конечно. Решили провести более суровый тест. Ноутбук сейчас все работает, дисплей работает, все хорошо. Следы от баранов тоже на месте. Наш автомобиль весит 2,5 тонны, мы подумали, что это слишком дофига для переезда машины, потому что в ролике компании Acer они переезжали вообще кабриолетом, купешкой, она очень легкая, поэтому мы нашли Mercedes E-класса. Он весит 1,8 тонны, вот сейчас вот наш новый друг, который любезно согласился с нам помочь, приедет ноутбук машиной. Раз и два. Хруст был очень жесткий. Хрустнуло очень круто. Вот что случилось в передней части, но это нормально, потому что здесь камни. Посмотрим, работает ли он. Сейчас его откроем. Да, готов. Дисплей треснул. Это Mercedes Viano, и мы все-таки решились переехать им этот ноутбук. Вот что стало с ноутбуком Acer 8481 после того, как мы переехали его Mercedes E-класса. Он весит 1,8 тонны. Корпус практически цел. Мелкие царапины на нем. Но дисплей работает только наполовину, зато весь остальной ноутбук работает. Это Mercedes Viano, он весит 2,5 тонны, наш новый мобиль. Сейчас мы попробуем переехать Acer 8481 на мобиле. Две с половиной тонны против маленького ноутбука. По-моему, тут остались рожки до ножки. Ну да. Вот что стало с ноутбуком. От дисплея ничего уже не осталось. Да, это уже ремонту вряд ли подлежит. Хотя внешняя крышка без повреждений. Но, кстати, разговоры разговорами, а ноут-то работает. Изображение не видно, но дисплей зажегся, и все индикаторы горят. И внутренности все остались целые. Основной удар приняли на себя дисплей и шарниры. Если заменить шарниры и дисплей, то, я думаю, на нем еще можно будет поиграть в StarCraft. Другой бы ноутбук развалился пополам. А этот еще и закрывается.